Вы меня хорошо слышите? Да, хорошо. Вы сегодня что там говорили, когда выступали, когда занятия шли? О чем конкретно речь? Ну, я и хочу сказать, о чем конкретно. А то получится, как у Горбачева. Журналист говорит, я с ним 3 часа пробыл, говорит, а что записать, ничего не знаю. Я писал там Александру, чтобы он зачитал то, как мы были в Потеряевке, сообщение. И еще одно сообщение просил зачитать. Могу их сюда переслать. Нет, ты там говорил именно, говорил неоднократно. Вроде закончил, а потом опять говоришь, Я говорю на уровне чувствования, не надо было это говорить. У меня такое представление, внутри я это, внутренним голосом, что ты как Никита Колесников. Удержу никакой нету. Возьми святой воды, в рот подержи. Не надо никого учить. Больше книги читайте. Вы же ничего, похоже, не читаете. Ну как это так? Цитируемое сообщение что-то тут какое-то. Это так легко. В моей жизни было такое, от меня ни одного слова не учат, а я в это время занимаюсь. Вот возьмите для себя это правило. Никого не учите, просто присутствуйте, делайте выводы, можете на меня выходить. Я чувствую, я кричу буквально, не надо, я не говорю, я внутренним... Ты опять выходишь, опять говоришь. То есть какая-то бесчувственность в этом, что уже не туда все идет. Ты на меня-то обиды не держишь? Нет, ни на кого не держу. А ну, кто ты... не так сказал-то я? Понимаешь, ты не думаешь, что там ты мне какую-то конкуренцию, это разные весовые категории. А я молчу, я никогда не выступаю только так. Время, Игнатий Тихонович, ну я тогда уже отвечаю. Чего вас так тянет это говорение-то? Я часами тут считаю, которые поставляют ролики, узнают доводы, какие делаю, выписки какие-то. Вы то ли не занимаетесь собой, то ли чего. Ты скажи, для слова Божия нет уст. Ты прочитал от корки до корки? Нет. А эта книга является ключом ко всем моим книгам. А ты поставь себе задачу прочитать. 4124 вопроса и ответа. Какой у тебя уровень-то будет? Люди это понимают. Книги, которые мы издают, они аналога не имеют. А ты все это куда-то мимо, свои... И знания-то такие, что требуют все время подправки. Обстановка меняется. Какие люди? Когда можно говорить? Ничего не знаете. Вот одно и то же, как говорится, шпарит на холостую. Я прошу тебя... Не надо говорить совсем, никого не учи, тем более женский. Вот. А то она уехала, частичку моей души увезла. Зачем ты это и говоришь? Что у тебя душа, сахарный диабет или что? А она уж, а ты говорила-то? Я написал там в подростке, что... Ну зачем? Какие-то у тебя замыслы есть или что? Нет, никаких замыслов. Просто по тексту пришла к мне. Николай, ты мне разве чужой? Я тебе что говорю? Не надо это. Тебе Вячеслав перед этим писал, ты прям сплошняком, что Вячеслав написал, ты все разрушаешь и отбрасываешь. Ну, при его власти он сейчас нажмет 2 кнопки, и ты больше не будешь говорить. Будешь как Гусейнов этот, Рустих. Ну, мы же этого не добиваемся. Тебе свобода дана. Вообще не учи, не разговаривай, не надо ничего. Там сколько людей сегодня? 63 человека, а ты говоришь и говоришь. У тебя чувства какого-то нету, понимания, что нельзя говорить. У меня настолько чувства где-то, мне аж больно. Ну что же он делает? Я не вышел. Я не хотел при людях говорить. Вячеслав и я, мы единые. У тебя Игорь даже... Тихонович, так что я сказал-то? Я сегодня вообще почти ничего не говорил. Я только написал о крещении и по чтению Евангелия. Говорил, скажите... говорил. Говорил. Что? Да. Говорил. Дело в том, что говорил. И... У тебя чувствования этого нету. Не надо говорить. Даже ты не говорил настоящий. Ладно, ладно, ты не говорил. Но это очень часто ты встреваешь там, где совсем не надо. Никакой больше работы нету. Мы ничего не просим делать.
Ну, начни заниматься-то. Одну книгу не прочитал. К истинному православию прочитал от корки до корки? Нет. Из 30 томов, из 30 томов открытым оком ты прочитал хоть один от корки до корки? Нет. А я писал от руки, потом печатал. Говорил это же на магнитофон было, а потом магнитофон мне особо сделали, ногами останавливаться, я все сидел и тысячи страниц писал. Мне-то это дается не просто так. Вот сейчас ты видел, какой четырехтомник вышел? Ты не будешь считать его четырехтомник, он тебе совсем он не по мозгам. Четырехтомник. 4000 с лишним стихотворений, проповедей, которые в стихах. Этого никогда нигде не было. Тебя даже это нисколько не заинтересовало. Почему? Там настолько вот проповеди я иногда скидываю, и люди понимают, это огонь. Попаляющимся. Вот сегодня так я скидывал, ну, особое там, я не знаю, о чем-то, молчание или что, проповеди какие. А ты свое гонишь, и как будто у тебя все в порядке. Возьми на себя это, что не так, что Вячеслав, он там ревнует или что-то там, глупости всякие. Что тебе так охота говорить-то, когда надо учиться? Возраст твой уже уходит. Учиться-то некогда будет. А просто выйти, сказать, ляпнуть одно-другое слово-то и выглядеть, что ты знаешь, а ты не знаешь. Которые мне вопросы задают, ты мысленно считай вопрос с первого тома. В первом томе только, кажется, 500 вопросов. Вопросов 500! И все их отвечаю по 5 параметрам. У тебя уровень-то какой сразу будет? Первый том, начни считать. У тебя есть они? Нет? Нет, у меня нет книг ваших. У меня только несколько томов ваших, и там не с первого тома. И для Слова Божьего мне тут тоже нету. Но я в электронном виде себе. Я тебе скину первый том, второй. Ты только внимательно считай вопросы и думай, как бы ты ответил. Не считай ответ мой. Каждый раз думай, как бы я ответил. А потом уже считай ответ. И на эту тему можешь со мной разговаривать, если ты не согласен. Ну, у тебя какое-то такое легкомысленное отношение. Там не просчитал, тут не просчитал. Я уж не говорю там про симфонии. Или вот этот четырехтомник, проповеди в стихах. Тебе их не просчитать. Не просчитать. Даже один том не просчитаешь. А я рукой, карандашом все это писал. Писал, когда оно отсюда у меня выбрано было. А потом печатал. А потом сколько сейчас работаем. Ты вот возьми. Если тебе нужно, то я тебе скину. Скину все материалы и будем заниматься. Нигде не выходи голоса, не подавай, не пиши ничего. Не надо. Уровень развития у тебя очень низкий. В духовных вопросах. По краям, так говорится, макушки посрывало. Ты, я не знаю, когда свободно, то как ты размышляешь? Мы же не рядом. Был бы ты рядом в одной комнате, тогда бы это другое дело. А так-то никак. Сейчас в твоей помощи как будто мы так не нуждаемся. Ты можешь погрузиться в образование. Я и сам хочу этим заняться. Но пока только хочу. Дальше этого не идет. Как и на работе. Нет, идет. Я это делаю. Я же вам просто отчет не даю. Можно вам каждый день отчет писать, что я делаю, и вы будете знать. Когда пройдешь мои вопросы, 4124. Зайди, я покажу, куда заходить. И там все вопросы. Отдельно. Я тебе сейчас прямо скину. Сайт. Называется сайт. И в сайте там есть видео, аудио, книги. И аудио это Златоуста 12 томов прослушать можешь. Потому что у тебя зрение-то не очень. 12 томов жития святых, 5 томов добротолюбия. Ты добротолюбия ни одного тома не считал. Ну, понимаешь, какое дело. А учить охота. Зачем тебе это надо? Ну, это я начитывал 80-е годы. Там Григория Дьяченко, 4 тома, а мне 750 страниц. Там огромнейшие материалы. И ты ни разу даже не поинтересовался, не зашел. Ты хочешь быть другим или хочешь так и быть такой, неуч? Я хочу быть другим, принимаю. До какого времени, сами скажете, когда мне не молчать. Только единственное, я не понял, кого я где сегодня учил. Вот мне, чтобы исправиться, то нужно понять. Ладно, никого не учил. Давай так. Раз не сознаешься, не учил никого. Просто твое состояние надо учиться.
Не учить, а учиться. С новой страницы. Ты ничего сегодня не говорил и в течение года молчал. Но я вижу, что ты пустоголовый. Тебе надо заниматься. Ты не понимаешь в событиях речи. А везде надо что-то встретить. Тебе, если показать, сколько я учусь, по сегодняшний день учусь, 3 часа ночи я уже за компьютером. Бывает 2:30. Какая почта, кому как ответить? Новые души сколько приходят-то? Тебе ничего этого нету. Я тебе советую, сейчас скину книги какие, по порядку прочитай. Для Слова Божия нет, она из документов состоит. Ты будешь знать, с кем разговариваешь. Очень серьезные книги. Ты будешь читать, что я тебе скину? Буду читать то, что скинете. И конспектируй. И чтобы нигде не выступал ни письменно, ни устно. Согласен с этим? Согласен. Потом определите, когда можно будет мне что-то кому-то говорить. Я увижу, когда кончишь хотя бы 10 классов. Я уж не говорю университет. Я великим трудом достигал это. Почему в интернете там такие, как Кураев и прочие, считают, что большего знатока нету, как я, Библии. А я его на разных языках старался запоминать. На английском, на немецком, на латышском. Это моя биография. И я никогда не считал, что я знаю много. Я знал, что люди совсем не знают, поэтому сравнивать себя с отцом Геннадием Фастом не пытаюсь. Он елка украшена, а я внизу там труха. Вот и все. Договорились, ты только смотри, не нарушай. Нарушай, не вызывай гнев на себя. Потому что тут очень легко это все сделать. Вы не думайте, что я отпираюсь. Я мог где-то что-то сказать не то, но просто я действительно не увидел, и был бы рад, если бы мне сказали, что... Нет, с новой строки. Мы сегодня с тобой познакомились. Первый день с тобой. Я тебе скидываю материалы, ты их будешь проходить. Я тебе скину сейчас. Скину, и ты все их сохрани. Понял, нет? Хорошо, я порядок сохраню. Они у меня все есть. Просто я их не читаю, чтобы все под корки до горки прочитывать. Я тебе в двух файлах скину все книги свои. Два файла соединенные. И ты можешь читать в Word'е. А кроме того, я тебе скину, где они в вопросах, где разбито на 55 тем в сайте. Договорились? Нигде не вылазь, только прошу тебя. Потому что если я тебя ударю, это будет очень больно. Я останавливать тебя буду. Я понял. Мне сейчас только с Георгием Байдуховым надо было созвониться. Я сейчас звонок тогда отменяю просто этот, и все. Я не пойму, что он хочет, Вячеслав? Мы с Байдуховым сейчас хотел созвониться. И говорит, тогда я отменяю звонок. Я уже сейчас отхожу, ему начинаю материалы скидывать. Ты их сохрани, архив создай себе. Там все абсолютно. Да? Первая эта книга «Для Слова Божия нет уст». Читай от корки до корки. Конспектируй. По любой статье будешь говорить. Там большие люди говорят, прокурор края, что там говорят. Ну, очень и очень важно. И сайт я сделаю, ссылку, где вопросы все, вопросы и ответы. Все, отошел. Угу. Спаси Христос. С Богом, давай. Ты нам не чужой.